Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Я Александра Вафина, игрок женской сборной России по хоккею. Приглашаю вас в тренировочный лагерь USA SHL Camp, который пройдет в июне 2018 года в городе Челябинске под руководством тренеров из НХЛ, и где вместе с ними будет работать мой личный тренер и тренер молодежной сборной России Вилс Аркадий Леонидович. Приезжайте, я уверена, что этот лагерь даст большой толчок в развитии вашего индивидуального мастерства. Подробности вы можете найти на сайте www.us.camp или в Instagram USA Ice Hockey Camp.